20 лет назад на комбинате «Запорожсталь» работники предприятия создали живой уголок. Первыми его обитателями стали голуби, куры и кролики. Сейчас в мини-зоопарке живут около 400 редких и экзотических животных. Как чувствуют себя в это время года любимцы заводчан, знает Евгения Мельник. На территории промгиганта региона комбината «Запорожсталь» щебечут птицы, гуляют павлины, а в пруду плавают лебеди. Именно здесь, на территории управления железнодорожного транспорта, расположен живой уголок. Работники комбината «Запорожсталь» приходят в зооуголок отдохнуть, расслабиться, послушать пение птиц. Всеобщая любимица – пони-клубничка. Она отличается спокойным нравом, добрым характером, любит яблоки и сладости. В обеденный перерыв мы очень часто приходим на живой уголок, чтобы полюбоваться нашими птицами, послушать пение их и получить заряд хорошего настроения. Ой, пони нам очень нравится. Астраусы как нам нравятся. Прекрасная возможность хоть на секундочку отвлечься от работы. В живом уголке Запорожсталь порядка 45 видов птиц – павлины, фазаны, утки, индюки, гуси и различные породы голубей. А главная гордость живого уголка – страусы. Страусы – разновидность африканцы и австралийцы. Они оберегают и яйца свои хранят. Если самка снесет, страус охраняет его. Потом делает гнездо в радиусе где-то 1,5 метра диаметра. Скатывает яйца туда, потом страус садится и сидит 55 дней. В жаркое время эти большие африканские и австралийские птицы очень любят душ, который для них регулярно устраивают смотрители живого уголка. Кроме того, мини-зоопарк – одна из экзотических визиток комбината. Все делегации, которые приезжают на Запорожсталь, обязательно бывают здесь. Также без его посещения не обходится ни одна экскурсия. Больше всего гостей удивляет то, что на территории крупного металлургического предприятия живет и здравствует такое количество птиц. Экология, вы сами видите, если бы экология была ненормальная, у нас бы птица не толстая, не размножалась. Условия созданы для того, чтобы не размножались. Как говорят смотрители мини-зоопарка, условия жизни всех представителей фауны здесь самые комфортные. Страусы, павлины и фазаны регулярно дают потомство, а значит, живой уголок будет пополняться новыми обитателями.